А сейчас мы с вами находимся в отделении детского здоровья и болезней, также известного как педиатрия. Является отраслью науки, которая занимается диагностикой, последующим наблюдением и лечением людей в процессе от рождения до подросткового возраста. Мы предоставляем услуги, такие как детская кардиология, хирургия, неврология, детская подростковая психиатрия, гематология, неврология и многие другие. Именно по всем этим вопросам вам помогут ваши лечащие врачи.